Почему Эми такая грустная? Первый день в школе у Эми. Мама, почему я не могу пойти с тобой в школу? Ездить на автобусе – это шанс завести новых друзей. Так, надеюсь, Эми повеселится и быстро познакомится с ребятами. О, нет! Можно я сяду с тобой? Кстати, я Вульфу. Привет, я Эми. Пожалуйста, всегда будьте такими дружелюбными, как Вульфу. Я не могу найти свой фотоаппарат. Ребята, посмотрите под сиденьями. Нет ли там желтого фотоаппарата? Дети смогут найти камеру для Эми. Мы приехали. Ты украл мой фотоаппарат! Боже мой! Эми не так поняла Каспера! Я не брал его! Это просто недоразумение! Первый день Каспера в школе. Дети? Дети, у вас новый одноклассник. Давайте его поприветствуем. Да. Что же ждет Каспера? Давайте посмотрим, друзья. Пока. Входи. Добро пожаловать в наш класс! Любимый торт Каспера испорчен! Твой план ужасный! Стоп! О, нет! Боже, Каспер случайно взял книгу Кэт. Каспер? Держи. Да! Ой, он боится, что учитель его поругает, а друзья будут дразнить. Каспер, что случилось? Не волнуйся. В следующий раз принеси нужную книгу. Да! Держи! Прости, что испортила твой торт. Спасибо! Нет! Прости!
Я уберу Пеппи. Какая милашка! Вау! Всем очень понравилась Пеппи. Вульфу! А? Бери с собой в школу только то, что тебе действительно нужно, сынок. О, что это у мамы в списке? Книга? О, нет! Нет! Книга? Молодец! Перекус? Нет. Учительница наругала Вульфу за то, что он кушал во время урока. А? Тоже с игрушками? Да ну, Коля, ты будешь играть со своими друзьями. Ого, ходить в школу с друзьями так весело, правда? Готов к школе! Пока, мамочка! Это мой первый день в школе! Мама! Я их сделал сам для нового учебного года! Я хочу раздать их своим друзьям! Ура! Какой маленький, но важный подарок! Друзьям Вульфу очень понравится! Пока! О нет, из-за того, что Вульфу попал под дождь, у него поднялась температура. Пожалуйста, побудь в больнице, пока не поправишься. В новом учебном году будет много интересного. К сожалению, Вульфу не может сейчас быть со своими учителями и друзьями. Вульфу! Вульфу! Я хочу в школу к друзьям! Вульфу, ты еще не выздоровел. Пока рано. Вульфу! Вульфу! С новым учебным годом! А это для Вульфу.
Вульфу, выздоравливай и приходи к нам в школу! Вот бы я был там! Вау! Сюрприз для Вульфу! Мы все пришли, чтобы поздравить тебя с новым учебным годом! Я не хочу идти в школу! Нет! Быстрее собирайся, сынок! Ой, Вульфу боится идти в школу! Я хочу остаться дома с мамой! Ты уже большой мальчик, пора в школу! А если я захочу есть? А? Вульфу, перестань искать оправдания! Давай, поехали! Нет! Нет, я не хочу! Ой, я должен остаться дома! Вульфу рано радуется. Эй, Вульфу! Я не хочу здесь быть! Смотри, Вульфу, как много друзей! Ты пойдешь со мной, Вульфу? У нас в классе очень весело! Вау! Вульфу так быстро подружился с одноклассниками! Эй, эй! Вау! Вульфу правда был так богат! Люси, Вульфу просто с тобой шутит. Ой, Вульфу обманул Люси. Но почему друзья дали ему всю эту еду? Почему? Давайте посмотрим, дети. Почему же друзья дали Вульфу еду? Oh!
О, нет! И что теперь будет есть Вульфу на обед? Что такое, Вульфу? Друзья должны делиться друг с другом. Боже, оказалось, что друзья поделились едой с Вульфу. Простите, ребят. Да. О, нет, зомби Буфа, Пигги и Молли в опасности. Ловите ее. Фу, охранники Вульфу и Панду смогут защитить принцессу Кэт. О, Панда такой храбрый! О, нет! Панда! Привет! Вау! Появилась фея Долли! После укола Панда стал нормальным. Помогите! Так, что же хочет сделать Вульфу? Сюрприз! Эй, Панда, Пигги! Скоро я ее найду. Ура! Принцесса Кэт теперь в безопасности. Так, мистер Зебра везет торт и арбуз к Вульфу. О, нет, произошел несчастный случай, и все испорчено. Простите. Что же делать, чтобы вовремя отметить день рождения дедушки? Здесь три арбуза. Вы готовы делать арбузный торт с семьей Вульфу? Ага!
Вау! Вкуснейший торт почти готов! Арбузная газировка тоже вкусная! Какой же выбрать? Ура! Идея приготовить арбузный торт была очень удачной. Вульфу такой креативный. С днем рождения, дедушка! Ау, нет! Динозаврик в беде! Его мама пострадала! Что же делать? Мой малыш, помогите! Настало время дуэта Молли и Вульфу. Помогите! В атаку! Так, посмотрим, победит ли Вульфу в сражении с динозавром. В атаку, Вульфу! Вульфу! Смотрите, дуэт Вульфу и Молли используют очень умную тактику. Вау! Добро победило зло. Так и должно быть. Спасибо. Боже, этот мешок для мусора очень большой. Что это за существа? Зомби-крокодилы! Что же будет с Вульфу, его друзьями и учителем? Вульфу и Буфу решили найти монстра! Вульфу так испугался. Посмотрим, выживет ли Буфо. Крокодил-зомби слишком сильный! Простите! Простите, простите! Оказывается, крокодил-зомби просто хотел попросить о помощи! Дети, смотрите, сколько мусора в теле крокодила-зомби! Ему нужна наша помощь! Но Вульфу и Буфу все убрали.
Пока! Пока! Ссора с лучшим другом. Можешь поменять свой карандаш на то, что лежит в этой коробке. Супермен – это подарок Вульфу от Пандо. О нет! Увидев, в каком состоянии его подарок, Пандо разозлился на Вульфу. Смотрите, а что же придумал Вульфу? Это тебе. Давай поиграем вместе. Я хочу поменять игрушку. Я дам тебе что угодно за корзину яблок. Что угодно? Я хочу этого робота. Так, что же решил Пандо? Нет, ты отдашь мой подарок? Ты сделал то же самое. Вы оба одинаковые. Давайте съедим эти яблоки. Я так рад, что мы лучшие друзья. Вульфо, дай мне коробку с конфетами. Смотрите, Люси и Нэнси съели много конфет. Стоп! Вы, ребята, едите слишком много конфет! Вульфо эгоист! Он сам съест все конфеты! Если он не поделится, мы стащим! О, нет! Вульфо уже попался в ловушку Люси! Остановись, Нэнси! Люси! Зачем ты щипаешь меня за щеки? Вульфо, если ты не дашь мне конфету, я уничтожу твоего супермена! О боже, дети должны найти другой способ! Итак, что Люси собирается попросить Молли сделать?
Пищеварение и вызывает кариес. Мы сделали это!